Юрій Луценко – новий генеральний прокурор України за 264 голоси. Указ про призначення президент підписав просто у залі, а перед цим депутати проголосували закон, який дозволяє сісти у крісло генпрокурора людині без юридичної освіти та досвіду у галузі права. Про прокурорський день у Верховній Раді – Ганна Куріна. Ще вранці нового законопроекту про прокуратуру не було і на порядку денному. Не було і блокувань трибуни. І ось Андрій Парубій виносить на розгляд прокурорське питання. Депутати як один схопилися з місць. У залі галас. Будь ласка, голосуємо, колеги. 256 голосів з першої спроби ставлять його на порядок денний. Голова профільного комітету стисло звітує. Законопроект рекомендують ухвалити за основу і в цілому. Опозиційні нардепи обурені, і двох днів не спливло, як подібний законопроект Верховна Рада відхилила. І регламент забороняє повторно вносити ті ж самі норми протягом однієї сесії. Це історичний момент в парламенті. Цей закон, він дорівнює законам 16 січня. Подивіться, скільки зараз в залі людей. Їх зігнали і мертвих, і живих, і ненароджених для того, щоб дати можливість президенту змінити під одну людину закон. Сам Юрій Луценко в дискусіях участі не бере, сидить на місці. Лише іноді аплодує, коли члени коаліції пропонують ввести в прокуратуру людину не з системи. Чи її може зламати лише той, хто має політичну волю? Чи ми будемо призначати туди лише юриста крючкотвора, який буде дивитися лише за тим, щоб була ідеальна вся процедура? Хто зараз за те, щоб голосувати за реальну зміну генпрокуратури? Натисни кнопки! А хто цементує і працює на генпрокуратуру, яка захищає регіоналів, які не можуть бути притягнуті до влади? Мають зараз це збивати. Рівно о півдні спікер припиняє дискусії і ставить законопроект на голосування. 258 з першої спроби. В ту саму хвилину подаю кандидатуру генерального прокурора, і цим генеральним прокурором буде Юрій Віталійович Луценко. Мені дуже неприємно, що через мене було внесено поправку в діючий закон про прокуратуру. Я безумовно вважаю, що це не зовсім правильна практика, і ніколи б на це не пішов, якби зміг знайти людину, в яку повірив би президент, парламенту, суспільства, що він може зламати нинішню неефективну, а часто злочинну систему і має більше бажання це зробити, ніж я. Мені, видимо, Луценко дав абсолютно, як говориться, клятву, що він буде предан, плюс Порошенко, плюс, видимо, все-таки, якщо говорити о том же Луценко, мы должны говорить, что он тоже человек все-таки очень зависимый, это известно, и его связи с той же Лужниковской группировкой. И надо вспомнить, что он же был просто помилован тем же Януковичем. А Янукович просто так помилование ж не давал. Значит, был канал, по которому произошло помилование того же Луценко. Это могло быть сделано только по указанию Москвы. А раз это было сделано, значит, ценность Луценко для Москвы очень важна. Видимо, надо говорить, что Луценко мог быть тоже завербованный агент КГБ еще в советские времена, учитывая особенно статус партийной номенклатуры его отца и других связей. Вот. Я думаю, надо говорить, есть проблемы с Луценко, а все-таки он настолько много поменял, в нем настолько мощный комплекс хамелеона, и он столько уже позиций поменял, начиная от того, что он был один из ближайших людей к тому же Морозу, он был, участвовал в том же, как говорится, процессе разоблачения плена Кучмы, потом он участвовал в других структурах, потом в той же нашей Украине, в других организациях, сейчас он уже в БПП и так далее, и так далее. То есть фактически наш пострел везде поспел. И главное, что ему вот этот его перескоки, так же, как Яценюку и тому же Гройсману, они идут, это у нас целая группа таких людей есть, кузнечиков, стрибунчиков, которые перескакивают
перескакивают с одной политической структуры в другую и при этом постоянно набирают вес, и почему-то все общественное мнение забывает, что они по сути-то иуды, предатели. Они же меняют этот и цвет, и позиции, и у них главная цель — это служить мамоне, служить золотому тельцу, все время наращивать свое личное богатство. Я думаю, конечно же, важно, что сейчас происходит все-таки как бы децентрализация в самой Генеральной прокуратуре. Вот созданы эти советы по кадрам, по другим вещам избраны люди. Я думаю, это очень позитивно. Я думаю, вообще необходимо колоссально ослабить роль Генерального прокурора, лишив его как можно больших полномочий. И только когда прокурор будет усечен в возможностях карательных операций и арестов людей, когда будет арестован тот же Шохин, когда по нему будет осуществлено соответствующее расследование, тогда можно вернуться к вопросу о назначении и избрании нового генерального прокурора. Потому что, конечно же, нам не нужен генеральный прокурор с такими огромными полномочиями. Однозначно, это не должен быть человек неуравновешенный, без профессиональных подготовки, некомпетентный, с очень такой, скажем, мутной репутацией, с московскими связями, с другими какими-то очень серьезными проблемами. Надо вспомнить о том, что, как говорится, надо посмотреть, кто был замами у Луценко, где эти замы сейчас находятся, когда он был министром внутренних дел. Надо провести его люстрацию, надо все-таки открыть дела по всем его замам, надо по брату Луценко посмотреть тоже ситуацию серьезно, просмотреть. По его жене надо ситуацию просмотреть. То есть, если Луценко хочет как бы продолжать и дальше претендовать на генпрокурора, и Порошенко его выдвигает, конечно же, необходимо провести очень детальную иллюстрацию по Луценко, причем она должна проводиться во всех плоскостях, ипостасях, и в конце концов надо вывернуть, как говорится, его полностью наизнанку. Но я считаю, что даже вывернув его наизнанку, столько всякого дерьма выйдет наружу, что, конечно же, он не может быть никаким генпрокурором. И прежде чем это назначение вообще брать другого человека или кандидатуру, необходимо системно решить вопросы функциональных обязанностей генпрокурора, децентрализации генпрокуратуры и всяческого ограничения прав и функций генпрокурора, чтобы он не был орудием в руках правящего кланово-олигархического группы, того же Порошенко, того же Кононенко, Ложкиных и других, которые на сегодняшний день захватили власть Украины, фактически реанимируя государство стационарного бандита, которое было построено во времена Януковича и Азарова. И, конечно, очень важно не дать Яценюку смыться вместе со своей женушкой Терезией, поскольку такого вреда, как он нанес своими обещаниями. Ну, надо же еще не забывать, во сколько раз поднялись цены на электричество, на газ, на воду. То есть Яценюк, как настоящий народец, совершил фактически, положил такую, создал систему геноцида по отношению к украинскому народу и разрушил украинское государство. Поэтому его, конечно, с Украины выпускать нельзя, и надо начинать его просто брать под белые рученьки вместе с его подельниками. Надо, конечно, чтобы не успела Яреська смыться в Соединенные Штаты и все другие разбежаться, как крысы. Вот. То, что он ушел, это хорошо. То, что уничтожен партия «Народный фронт», ее уже не будет. Вот. И теперь гораздо тяжелее будет тому же Турчинову. Это вторая часть сладкой парочки. Вместе с Яценюком они были. Это тоже хорошо. Надо, конечно же, данное образование, чтобы оно больше не появилось на политической карте Украины. Потому что фактически не Народный фронт оказался, а олигархическая спарка, олигархическая компашка для ограбления Украины. Теперь, конечно, как будут события развиваться. Яценюк все-таки работает, видимо, в одной шайке-лейке вместе с еще одним парнем Порошенко, поскольку он сегодня создает очень как бы отвлекающий информационный повод от Порошенко и его офшоров и неуплаты налогов. Поскольку ясно, что сейчас должна быть создана в Верховном Совете комиссия по расследованию
офшорной деятельности и другой Порошенко, и о том, как он захватывал предприятия, и как он вообще уводил свою собственность, свои доходы от всяких налогов. Кстати, Порошенко очень хороший пример для всех украинских предпринимателей, которых постоянно упрекают за то, что они не платят налоги, их садят за это в тюрьмы, конфисковывают имущество, громят их бизнесы. Но теперь должна быть совершенно очень классная причина, почему украинские предприниматели тоже должны прекратить платить налоги. Поскольку у нас вообще-то ж не налоги, а поборы, это ограбление, у нас полицейско-карательная система, у нас нет условий для частного предпринимательства и развития бизнеса. Но поскольку президент страны, один из главных миллиардеров, не платит налоги, создает офшоры и создал целую систему модели уклонения от этих налогов, причем чуть ли не с 2003 года, а может быть даже и раньше. То есть он уже лет 16 вообще никаких налогов не платит, ни как государственный деятель, ни как предприниматель, ни как миллиардер, ни как политик. Поэтому я думаю, это пример для всех остальных представителей бизнеса в Украине, малого и среднего, что нам тоже не надо платить никакие налоги. Поскольку пока миллиардеры не начнут показывать пример, Пинчук, Кучма, Ахметов, Иванющенко, Ефремов, тот же Порошенко, Ложкин, Косюк и так далее, имеем легион. Пока они не будут платить налоги, и малый и средний бизнес тоже не должен поддаваться, чтобы с нас брали эти поборы. Ви знаєте, нам свідомо пропонують зараз певну підміну понять. Я ще раз підкреслю. Якщо ми говоримо про конкретного політика Петра Порошенка, який 20 років в політиці, який весь цей час займався величезним бізнесом, який цей бізнес захищав, який цей бізнес відбивав, який цей бізнес відстоював, який цей бізнес нарощував. Да? Після цього, коли його обрали президентом, він сказав, я потім колись продам. Не продав. Створив офшорну структуру. Кожен юрист другого курсу знає, навіщо створюються офшорні структури з єдиною метою – ухилення від сплати податків. Так немає факту ухилення від сплати податків. Можна я ж вас не перебивав, шановна пані. Так ви просто перекручуєте шановна інформацію. Шановна пані, можна я ж закінчу з вашого дозволу? Можна, я але дуже, навіщо ви перекручуєте інформацію? Я вам дуже вдячний. Я ж всі ваші перекручування тихенько терпів і мовчав. Так от я ще раз підкреслю, що кожна офшорна структура створюється з єдиною метою – ухилення від сплати податків. Я вам за межами ефіра розкажу, який злочин вчинив Петро Порошенко. Не треба за межами, ви розкажіть глядачам, можна, не треба за межами ефіра можна, розказувати. Можна я завершу сам? Так, дякую. Я так вдячний вам за ваші коментарі, пані Олеся, але я свою думку закінчу. Так от я продовжую. Для президента воюючої країни, як для мене, і це не популізм, а це патріотизм. Неприпустимо, коли президент воюючої країни через свої офшори торгує з «Газпромом». Неприпустимо. Я не кажу і не підміняйте мені поняття, чи це кримінальний злочин, чи це не кримінальний злочин. Ну, знову ж таки, абсолютно це... перекручуєте факт. Абсолютно перекручуєте. Сонечко, тим більше, належачи до політичної сили, лідер якої сам багато років торгував з «Газпромом». Це можна, взагалі цинічно. Можна я закінчу? Можна да, я закінчу? Да. Ну, це цинічно звучить взагалі. Шановна, ну ви ж ще раз підкреслюю, ви чиста маніпуляторша і продовжуєте це робити. Я розумію, що вам зараз, що ви зараз згадаєте 1812 рік, ще щось згадаєте. Я про це не буду говорити. Чому? Новітню історію України достатньо згадати. Я говорю про те, що відбувається сьогодні. Сьогодні у воюючій країні одна частина фракції Порошенка, яка в уряді піднімає тарифи, а друга частина фракції Порошенка, сам Порошенка, Кананенка, якого згадують в офшорах, інші люди, просто ховають свої статки і не платять податки в Україні. Так, в офшорах якщо... і Лазаренко з Тимошенко згадуються так само, нема там, не те, нема там. Давайте не подивимось на історію з 95-го року, так, давай, на Єшу я ще раз скажу, так давайте. Якщо ви хочете так справедливо підходити до всього так, політичного класу, пані почніть з себе, почніть свого лідера. В 95-му році Юлія Тимошенко не була політиком, вона була бізнесменом. Тому я ще раз підкреслю, бізнес окремо, політика окремо. О том, что вот именно идет уже беспредел, достаточно даже
посмотреть, как было. Вот одна очень важная, я думаю, деталь по назначению Луценко. Это так называемый подготовка вот этого тиража «Голоса Украины», где уже была пропечатана фамилия Луценко как генерального прокурора. Естественно, что это надо, конечно, выяснить все детали, но если эта газета была напечатана до того, как был принят закон про изменение в закон про генеральную прокуратуру, который дал возможность назначить Луценко, если это было сделано до того, как он избран был, так называемая процедура избрания его генпрокурором, надо четко говорить, что по сути это признак уже открытого механизма диктатуры. Ясно, что это сделал Порошенко. То есть Порошенко переходит все границы, легитимные правила игры. Но если ты нарушаешь правила, ну вот как в боксе, да, вот есть, скажем, поединок, вот, мог бы ему тот же Кличко, наверное, об этом рассказать, что ни в коем случае нельзя, например, бить той частью перчатки человека, открытой, как бы задней частью перчатки, потому что за это идет дисквалификация боксера. Или нельзя бить ниже пояса, за это тоже дисквалификация. Или нельзя человека бить боксерской перчаткой по затылку, открытой частью шнуровки. То есть четко прописаны все правила, так же как в футболе, в других видах спорта. В любых видах деятельности человеческой есть определенные правила, которые нельзя нарушать. А надо говорить, что он президент же не от рождения, а только родился и стал Порошенко президентом. Он же родился в маленьком затрапезном провинциальном местечке. Да? Если начнем его биографию поднимать, то видим, что и биографии там практически нет. Вот. И тебя с долей судьбы или еще чем-то какими-то, кто-то, так сказать, сделал тебя президентом, то ты хотя бы служи народу и не нарушай конституцию и правила. Поскольку все это было нарушено, то Порошенко должен понимать, что он запустил в действие третий закон физики. Сила действия порождает адекватную силу противодействия. Раз он из его группа решила захватывать власть таким образом, и он думает, что он сможет запугать людей, навязывая им свой образ в виде портретов. Во всех школах теперь висят портреты Порошенко. Человека, который парня разорвал его так называемый портрет, посадили судьи в тюрьму. Второго человека, который выступал против как бы насильственной так называемой мобилизации, когда дети богатых и влиятельных не призываются в армию, а туда идут дети только простых людей, его тоже осудили к тюрьме на несколько лет. То есть это же называется полным беспределом. Но Порошенко, понятно, с Луценко захочет сейчас начать репрессии против людей. То есть что начнется? Аресты. Видимо, это будут ночные аресты. Будут арестовывать людей, которые выступают против Порошенко. Будут арестовывать бизнесменов. Вот сейчас должен тот же Луценко избрать жертву. Мы видим, что предал, конечно, всех Коломойский. На примере того же Коломойского, Боголюбова, его партнера, четко видно, что не может крупный бизнесмен, миллиардер, лидер мощнейшей финансово-корпоративной группы одновременно заниматься и бизнесом, и политикой. Он должен заниматься или тем, или другим. И, конечно же, без людей того же Коломойского никогда бы не изменили закон про генпрокуратуру и не избрали бы того же Луценко. Потому что вчерашние эти события в Верховном Совете по изменению законодательства и проталкиванию, продавливанию Луценко, изнасилованной Верховной Рады, показали простую вещь, что никакого большинства у БПП, «Солидарность» и «Народного фронта», и «Удара» в Верховном Совете нет. Эти выродки, которые предали идеалы революции и гидности, это группа Порошенок, группа Яценюка,
вместе с Турчиновым, это Кубев, это Гонтарева, это Яреська. Фамилии надо не забывать, помнить всегда этих предателей, потому что еще должна прийти время для них расплаты. Им нельзя простить того, что они совершили. Они хуже Януковича, эти мародеры, клептоманы стали, трупоеды. Государство и украинское, и по сути выполняющее функции полицейского, такие полицейско-карательные функции, которые захвачены инородцами, компрадорами, компрадорской паразитической буржуазией, которые громят и уничтожают Украину. Посмотрите, что сделано с нашими лесами. Вырубка идет, это привело к потере водных ресурсов. Ушли водные горизонты очень глубоко под землю. По сути, пересекают реки. Хищническое идет уничтожение украинских черноземов, химизация их. Уничтожение наших природных богатств. Грабеж какой осуществляют кланово-олигархические группы и того же Ахметова, и того же Пинчука, и того же Коломойского, и всех других. Вот. И теперь группа Порошенко нанесла удар по наиболее такому тонкому инструменту, который представляли собой IT-технологии. Это как в свое время Кучма нанес удар по сектору, тоже связанному с высокими технологиями. Это когда производились так называемые для компьютеров диски и другое оборудование, когда они в интересах определенных американских компаний были уничтожены в Украине. То есть Кучма, это фактически Порошенко, это как сейчас, это как Кучма был и тот же Янукович прежде. Как известно, это же другие компании и бизнесы громила группа Януковича. И теперь Порошенко делает то же самое вместе с Кононенко, Милошкиным и другие. Но сейчас они как бы вырезают мозг нации. Уничтожая IT-компании, они думают, что теперь они их смогут захватить и подчинить себе и поставить их на службу себе, скупив контрольные пакеты акций. Ну, это характерно для таких неандертальцев-троглодитов, которым являются данные особи. Они не понимают, что главная ценность в этих компаниях – это не оборудование, это даже не программы, это не какие-то системы и платформы, на которых хранится информация, операционные там, базы и так далее, и так далее. Главная их ценность – это люди. И этим, так сказать, пещерным особям им невдомек, что люди, айтишники, они являются по своей природе свободными людьми, творческими людьми, это люди-креаторы. Они не терпят над собой вот такого какого-то внеэкономического господства. Они не терпят над собой господства тупых людей, начальников, которые будут им приказывать, как, что они должны быть, как унтеры Пришибеевы, будут их держать своеобразными болванами в преферансе. Айтишники никогда этого не допустят. Поэтому надо ожидать, что после разгрома данных компаний и захвата их порошенковской челядью, это приведет лишь к тому, что люди, которые работали в этих компаниях, они разойдутся и будут искать другие места, другие заводи, потому что их мозги всем нужны, их знания и творческий потенциал всем нужен. И те болваны, которые сегодня руководят страной под названием Украина, они не понимают, что такое капиталистическая мировая конкуренция и что такое глобальная мировая экономика. Они не понимают, что сегодня люди с мозгами будут зарабатывать деньги для других стран, для других экономик, для других хозяйствующих субъектов. Но они уже, конечно, не будут, так сказать, работать здесь, в Украине, потому что они понимают, что Порошенко и его челядь превращают Украину в карательно-полицейское государство. По сути, они формируют так называемый концлагерь. Ясно, что айтишники никогда не будут рабами на рабочим скотом в этом концлагере. А такие, как Порошенко, Ложкин и Кононенко, Третьяков и прочие, они превращают Украину просто в обыкновенный, такой, скажем, туалетный отстойник общего казарменного вида, где будет так называемое стоять одни эти ларьки, базары, асфальтовая торговля, и которая практически обрекает Украину на уничтожение и вымирание.
То есть, по сути, данные особи при власти, клан Порошенко, они создают систему геноцида по отношению к украинской нации. Но я думаю, что долго им править не удастся, и уничтожение данного режима уже приближается с каждым днем. Насправді Україною значною мірою керують продажні можновладці, але вже великою мірою керує справді народ. Революція гідності дала свої плоди, необхідно її далі продовжувати до переможного кінця. Влада у нас в Україні належить нашому правительству, як кажуть, усім отім хлопцям, які сидять, протирають штани в Верховній Раді. О, що ще можна сказати? Це вони керують усім, усіма, не народ, не народ, не народ. Я считаю, что на данный момент народ практически не имеет никаких полномочий для того, чтобы управлять своей страной. На данный момент все эти полномочия у небольшой группы людей, которых мы частично выбрали сами, частично какими-то способами они попали, предположим, в Верховную Раду или в разнообразные министерства. Да, конечно, хотелось бы, чтобы согласно закону народ управлял государством, но мне кажется, что это все-таки больше мечта. Я вважаю, что Украину керуют те, кто має гроші, и это те, кто мали попередню владу, кто был раніше при владі, бо ну, нових людей я дуже мало бачу насправді. Керує меншість і керують люди, які мають ініціативу, або попередня влада, яка має гроші, ресурси, і вони вцепились за цю владу. І, звісно, дуже важливо не дати Яценюку смитися вместе зі своєю жінкою Терезією. То Порошенко должен понимать, что он запустил действия, третий закон физики. Сила действия порождает адекватную силу противодействия.